За богатую звуковую палитру орган неофициально называют королем музыкальных инструментов. О его уникальных возможностях зрителям, пришедшим на концерт, рассказала преподаватель детской школы искусств Наталья Литюк. Трубы органа могут издавать совершенно разные звуки. Они могут имитировать инструменты оркестра, например, флейты, причем разных видов, гобой, фагот, трубу. Они могут сочетаться и объединяться в такие созвучия, которые будут имитировать даже звучание камерного или даже симфонического оркестра. Наталья Литюк – участница многочисленных международных фестивалей органной музыки. Концертную деятельность совмещает с преподаванием. Самая юная участница концерта – 8-летняя Анастасия Адучаева. Девочка учится в детской музыкальной школе для одаренных детей по классу фортепиано, а параллельно занимается на органе в Видном. Также в рамках концерта «Вспоминая Рождество» на сцене выступили ученики класса духовых и ударных инструментов. Наталья Буслаева, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.